Несколько ноутбуков, дешевых и дорогих, россыпь наручных часов разных марок, драгоценности, фотоаппараты, наборы инструментов и десяток мобильных телефонов и смартфонов, автомагнитолы и даже кухонные сервизы. В общем, парень из Удмуртии не гнушался ничем. Брал все, что представляет хоть какую-то ценность. В ночь с 25 на 26 октября сотрудниками Уралска задержан уроженец города Сарапул Удмуртской области. Значит, ранее неоднократно судимы за совершение краж и незаконный оборот наркотиков, который с января 2013 года проживал в городе Анапа и совершал хищение. Значит, в ходе проведения осмотра у него были изъяты порядка 150 наименований различных изделий. В настоящее время он содержится в ВВС УМВД России по городу Анапа. Промышлял молодой вор в санаториях, пансионатах, частных домах и офисах. Где-то через форточку, где-то взламывал двери помещений и разбивал стекла автомобилей. Признаете ли себя виновным в инкриминируемых преступлениях? Да. Парню всего 20 лет. Теперь он неминуемо угодит за решетку. А ведь мог бы устроиться на хорошую работу, создать семью и быть счастливым человеком. Поэтому берегите детей от плохих компаний, чтобы они не стали героями криминальных хроник. Вадим Родин, Анапа регион.